Приветствую вас, Виктория. Смотрите, я думаю, что коллега мой, Ельченко Сергей, он прав, говоря о том, что вы вполне могли пересмотреть свои жизненные приоритеты, вот, понять, что действительно важно для вас. А ваш муж, он силу, так сказать, того, что его опыт не изменился, вот он остался тем же. Для него все осталось так же. Для него осталось все вот, ну, вообще в точности так же, как было. Вот. Для вас нет, и, соответственно, вы просто немножечко на другой волне сейчас находитесь. Вот. Потому, соответственно, и раздражает. То есть, как бы, вопрос здесь, ну, заключается в том, насколько вы понимаете свой опыт, скажем так, да, насколько вы, ну, отдаете себе отчет вот, в том, какого рода опыт вы имеете, да, то есть что вот, ну, что, условно говоря, подразумевается под опытом вашим, вот, и, соответственно, вот уже после этого можно будет о чем-то говорить. После этого можно будет что-то обсуждать. Вот. То есть, ну, это история про как бы неосознанность того опыта, который вы получили. Вот, к сожалению. То есть это именно вот неосознанность опыта. Вот. То есть вот как бы, ну, какой-то опыт вы получили, да, что-то для себя, вы получили, вот. Но как бы что именно получили, вообще говоря, непонятно. Что именно получили, вообще говоря, не я. Слово совсем не я, вообще. Вот. И теперь из-за этого вы вот не знаете, собственно, куда вообще себя девать. Что делать. Вот. Что делать, как быть и так далее. Вот. И как бы, ну, с мужем, да, с мужем. Ситуация, она прямо вытекает из этого. Вот. С мужем ситуация вытекает прямо из этого, прямо отсюда. Вот. Это была и остается травма для вас. То есть вот то, что происходит, да, то, что с вами произошло, вот, было и остается травматичным для вас. Травматичным очень сильным, потому что сложно, бесконечно сложно в голове уложить в
то, что вы там, по сути, умерли на какое-то время, да. И муж ваш, он, ну, по разным причинам может от этого дистанцироваться. То есть он может вот как-то делать вид, что все на самом деле хорошо. Возможно, вам кажется просто, что люди не, что он не осознает того, через, ну, через что вам, например, пришлось пройти, да, возможно, вам кажется, что он не осознает, ну, что вам пришлось пережить, что вам пришлось перетерпеться, да, и прочее, прочее, прочее. Вот. И, в принципе, ну, ваше раздражение понятно. Вы чувствуете себя, иными словами, просто более, ну, более зрелый, что ли, чем он. Вы чувствуете себя просто более зрелой, более развитой, возможно, чем он. Вот. До этого все было в порядке, до этого все было хорошо, а теперь вот вы чувствуете так. Вот. Ну, как бы, ничего аномального в этом нет. На мой взгляд. Крайней мере. Вот. Ничего аномального в этом нет, на мой взгляд, по крайней мере. Ну, нужно ли с этим работать? Можно ли с этим работать? Да, можно, но опять же очень важно понимать направление, куда вы хотите, в какую сторону вы хотите двигаться. То есть, к примеру, хотите ли вы там вот что-то делать, там, допустим, для своего мужа, потому что у вас к нему чувства остались, это одно. Или потому что вы, ну, к примеру, одна остаться боитесь, не хотите, это другое. Понимаете, какая штука. Вот. Ну, с раздражением. Вот с раздражением неплохо было бы поработать более, ну, детально, чтобы вы хотя бы себе сами отдавали отчет, что именно вас раздражает, чтобы, может быть, мужу как-то вот доносить этот момент, да, чтобы, ну, он просто понимал, что именно вас раздражает, что именно вам неприятно, потому что сейчас ситуация такова, что ни вы, ни он не очень знаете, что, собственно говоря, не так, да, вот. И, собственно, все. То есть идея она в этом заключается, понимаете? Идея она заключается в этом. Это, к слову, если вот спрашивать, что делать, да? Вот вы пишете, значит, что вас раздражает, просто трудно ходить с ним до трудностей с дыханием. Но вот трудности с дыханием, это скорее уже про психосоматику больше. Как бы, ну именно вот трудности с дыханием, если мы говорим про трудности с дыханием, понимаете, мы говорим про психосоматику здесь, и вполне вероятно, что речь идет вполне вероятно о том,
что у вас были какие-то трудности, какие-то проблемы раньше. Вот, у вас были какие-то вот проблемы ранее. Вот. На них вы могли как-то вот закрыть глаза, да, на эти проблемы, не обращать на них внимания. Ну, у вас это получалось сделать. Но, как бы вот после этих эпизодов, которые с вами произошли, вы уже не можете. Вы просто не можете закрывать на это глаза. Вот, и те проблемы, на которые раньше, может быть, вы не обращали внимания, теперь они просто вас уже тревожат достаточно сильно. Вот. Может быть, повысилась тревожность ваша, чувствительность. Ну вот, к трудностям каким-то. Вот. Ну, может быть, такая ситуация тоже, ну, возможно, да. Вот. Хотя, понятное дело, что это всего лишь предположение мое, не более того. Вот. Дальше идем. Так, могло ли так случиться, что организм начал работать по-другому, теперь мы сможем на разных волнах? Инь-янь. Ну, насчет инь-янь, я боюсь не к психологам больше. Вот, по поводу инь-ян, не к психологам, потому что психологи все-таки, не про инь-ян, да, больше, психологи все-таки больше про, ну, про другие вещи, вот, это первое, что я хотел бы сказать, и второе, это то, что разные волны, конечно, разные волны, безусловно, разные волны, да, это безусловно есть, но это не я, это просто переоценка ваших ценностей, по большому счету, да, и разность опыта. Вот. Вполне вероятно, что теперь то, что для вас, к примеру, является ценным и важным, да, вот, не разделяет ваш муж. А вам это, там, условно говоря, куда более критично, да, сейчас, чем раньше. Вот. Ну, то есть, здесь, Виктория, вот, все дело в том, да, что вы не раскрываете, по сути, предмет раздражения. То есть, он не раскрывается вам. А раскрыть его обязательно нужно. Вот. Такая вот история. Надеюсь, что это было полезно вам. Я желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.